Всем привет, друзья! Это озвучка 220 главы манги One Punch Man. Прошу минуту внимания. Уважаемые подписчики, я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне донатом. К тем, кто может это сделать. А остальных я бы хотел попросить поставить лайк и написать комментарий для продвижения видео. Сейчас мне очень нужна ваша помощь. Ваши донаты держат канал на плаву, потому что это единственный мой доход. И без него мне придется найти другую работу. Это означает, что я не смогу закидывать видео на YouTube. Обращение к хейтерам. Не спешите меня осуждать за это. Я никого не вынуждаю давать мне деньги. Я прошу своих подписчиков, которые меня смотрят, любят и уважают то, чем я занимаюсь, просто поддержать все это, чем они могут. Спасибо всем за понимание и поддержку. Особенно этим ребятам, которые недавно задонатили мне. Дима Кедров, Zero Down, Зомбимк, Вовка, Уф Картошка, Степан, Джокер, Данил, Смайлик, Андрей, Сынтульский Аниматор, Павел, Ангел Тьмы, Алексей Седых, Бекхан, а также подписчикам на Бусти, Дмитрию Кондрину и Battleborg. Спасибо большое, друзья. Ссылка на донат будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. О, кстати, я начал выкладывать эксклюзивный контент на мой Бусти канал, ссылка на которого также будет в описании. Недавно я выложил туда раскадровки нового альтернативного сюжета, над которым я работаю. Черный Адам против Сайтамы. Интересно? В дальнейшем я буду загружать туда и стримы, а также реакции на аниме и многое другое, которое YouTube не пропускает из-за авторских прав, так что подпишитесь. Благодарю всех за поддержку. И да, всех с наступающим Новым годом. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем! One Punch Man. 220 глава. Посетитель. А? Вы все еще тут, что ли? Ну, конечно. Пожалуйста, не выставляй нас из дома. Позволь войти, босс. Клянусь, я буду полезен. Думаю, мне надо построить будку или что-то вроде того. О, точно. Эй, мы ведь все равно сейчас собираемся драться, да? Как насчет того, чтобы проигравший забрал их к себе? А? Пес и... Это еще что? А? Он серьезно? Похоже на макаку. Ты что, подобрал ее? Не, а она сама за мной увязалась. А вам не кажется, что он похож на монстра? Это ведь не опасно? Черт возьми, я теперь должен притворяться обезьяной? Ладно, в конце концов небольшая ставка делает наш бой еще интереснее. Проигравший будет заботиться о питомцах. Для меня это звучит безопасно. Давай найдем подходящее место. Парковка сойдет. Ты можешь пострадать после этого. Без обид только, ладно? А? Тебя это тоже касается. И еще, когда мы закончим, даже не думай проситься ко мне в ученики. Уверенность в себе – важное качество героя. Парням робкого десятка героями не быть. Впервые вижу, как форты сражаются, но... Нет ничего странного в том, чтобы сражаться под ритм. Даже первоклассные мастера боевых искусств так делают. Опрометчиво относиться к уникальному боевому стилю, который сложился путем бесчисленной реальной практики, как простому выступлению. Без сомнения, скоро он об этом пожалеет. А? Ну что, погнали? А? Что, уже хочешь сдаться? Говорю, сзади машина! О нет, мы в кого-то врезались. Вы как там? Я сигналил, но он не ушел с дороги. О,
чувак, его размазало. Что хуже, это форты из А-класса. Эй, форты, ты жив? Нехорошо, это может стать большой проблемой. Понял теперь, как опасно слушать музыку во время сражения. Почему-то я отчасти даже чувствую свою вину. Но это ведь твоя машина его сбила. Боже, тебе стоит извиниться перед ним, Фубуки. Сайтама, что ты здесь делаешь? Ты здесь живешь, что ли? Ну, моя квартира была разрушена, так что... Подземная парковка. Мы вас ждали. Сюда, пожалуйста. Как раз вовремя. Сайтама, ты можешь пойти с нами. Я разрешаю тебе пойти в качестве особого члена А-класса группировки «Метель». А? Члена чего? Как вижу, ты не меняешься. Он уже в А-классе? Да что с этим чуваком? Босс, что насчет нас? Что ж, как вы и обещали. Что? Конечно, отчасти это моя вина, что позволила им идти за мной. Так что давайте по очереди присматривать за ними. Подожди. Ты реально собираешься ставить их нам? В общем, у меня срочное дело. До встречи. Эй, погоди, минуту. Сначала Кинг, потом группировки героя класса Б Фубуки. Этот парень. Мы единственные не в курсе, кто он. Ну так что, с кем мы встречаемся? Увидишь, когда придем. Помещение временного задержания головного штаба Ассоциации героев. Временного задержания? Мы посетители. Номер... у этого заключенного уже есть посетитель. Следом заключенного сразу же переведут в другой центр, так что, боюсь... Прервите текущую встречу! Это чрезвычайная ситуация! Впустите нас! Сейчас же! Этаж Б-13. Это абсолютно безопасно. Мы погрузили ее в медикаментозный сон. Основатель ассоциации монстров, Псайкос. Согласно данным наших наблюдений, этот человек хоть и временно, но мог сражаться на равных с Тацумаки, не так ли? Да, похоже на то. Нам не удалось получить почти никакой информации с поля боя. Она ценный экземпляр с довольно примечательными способностями, не говоря уже о вышеупомянутых физических мутациях. Мы ценим, что вы предоставили ее нам. О, да что там, мы в последнее время испытываем нехватку финансирования, так что... Это все, что мы можем предложить в качестве благодарности за столь крупную сумму. Мы с нетерпением ждем продления спонсорства в будущем. Мы уже лишили ее всех прав человека, признав монстром. Так что можете смело приводить над ней любые эксперименты, какие пожелаете. Для нас, Цукиёми, этот объект без сомнений внесет огромный вклад в наши изыскания. Цукиёми? Медикаменты все же не сработали! Так-так. Все это было бы напрасно, если бы мы размозжили твой драгоценный мозг. Потому что здесь, провидицы, мы слышали слишком много фальшивых предсказаний. Вы желаете ее пытать? У нас тут есть все оборудование. Нет нужды. Мы проведем сквозную трепинацию черепа в нашей лаборатории. О, какой гигантский лифт. Что они обычно перевозят в нем? Гару сбежал! Найдите его! Ты! Первое место Б-класса! Президент общества сверхъестественных исследований! Адская метель! К-
Как же давно это было. Бывший вице-президент провидица Псайкос. Ассоциации монстров больше нет. Сдавайся мирно. Если продолжишь использовать силу с такими травмами, подвергнешь риску свою жизнь. Почему ты? Фобуки, ты тварь! Никогда не перестаешь стоять у меня на пути! А? Когда мне было 17, и мои силы начинали превосходить твои, ты впала в безрассудство и запечатала мои силы. И теперь, когда я была в шаге от завоевания мира, ты снова встала у меня на пути! Это так. Я была зациклена на себе. Когда ты предложила обществу сверхъестественных исследований истребить человечество, люди вокруг сказали... Это бесчеловечно. Вице-президент свихнулась. Но что касалось меня, все, о чем я могла думать, это как только я превзойду свою сестру и окажусь на вершине мира, в этом не будет смысла, если рядом со мной будет кто-то еще. Пока кто-то на вершине, другой на дне. На каждого победителя свой проигравший. Она пытается настроить лузеров против меня. Псайкос такая эгоцентричная. Псайкос, мой враг. Враги должны быть уничтожены. Сейчас ты будешь той, кто будет уничтожена. Буквально. Я уже не та школьница, которой была когда-то. Во мне нет ни капли сомнений. Ого, что это? Мисс Фубуки! Поставь лайк этому видео и подпишись на канал.